Итак, дорогие друзья, здравствуйте. С вами Валерий Бовсуновский. Ребят, мы в разделе Django примеры проектов, где будем работать под управлением Python версии 3, там 3.4, 3.5, вы уже сами решите, какую вам лучше, Django 1.10, 1.11, так далее. Вообще, пару слов об этом разделе. Значит, здесь мы будем рассматривать примеры проектов. Начнем, конечно, с традиционного, с написания блога. Каждый, наверное, захочет сделать свой блог, усложнять его. Далее мы перейдем к магазину модулям социальных сетей. Немножко забегу вперед, что такое модули социальных сетей. Модуль социальных сетей – это просто пространство для совместного использования пользователей. Надо однажды понять, как это делать, потом вы сможете написать одно, второе, третье, пятое, и вот вам социальная сеть. Я не сказал, что это очень просто, но это возможно понять и возможно сделать на Django. Но не будем отвлекаться, начнем с простого, с написания блога и посвятим этому урок. Посмотрите курс. Здесь, в принципе, вам все знакомо. Наша задача в этом курсе создать проект, прописать основные настройки, создать базы данных, создать суперпользователя. В принципе, если вы изучали все курсы в школе, то для вас это не составит труда. Значит, то, что я хотел сказать, я сказал. Школу найти просто spb-tut.ru. У кого нет логина и пароля еще, вы можете войти, введя логин демо, пароль демо. Когда вы зайдете, вы попадаете в кабинет, значки расположены таким образом, как бы я рекомендовал проходить данные курсы. Вообще в школе уже около 10 суток видеоуроков. Вам необходимо, те, кто первый раз смотрит видео, получить логин и пароль пожизненный и заниматься. Успехов! Спасибо!